Четырехроторные ворошители кроны шириной захвата от 4 метров 60 сантиметров до 5 метров 50 сантиметров. Четырехроторные ворошители кроны с небольшим собственным весом и высоким комфортом управления являются недорогой альтернативой для малых и средних предприятий, а также для работы в горной местности. Эти машины оснащены 4 роторами и имеют ширину захвата 4 метра 60 сантиметров и 5 метров 50 сантиметров. Они прекрасно справляются со своей работой, а также подкупают простотой и практичностью обслуживания. Роторные ворошители кроны типового ряда КВ производятся по принципу модульной системы. Таким образом, даже небольшие роторные ворошители имеют профессиональную оснастку, а многие детали и узлы этих машин были уже многократно испытаны на больших роторных ворошителях. От трубного профиля держателей граблин до устройства ограничения разбрасывания все предусмотрено и выполнено с учетом опыта практической работы. Компактность. Небольшой собственный вес роторных ворошителей КВ-462-4 и 552-4. Близкое расположение к трактору в транспортном положении, а также предупреждающие щитки обеспечивают безопасность движения на высокой скорости. Шестироторный ворошитель кроны для трехточечной навески с шириной захвата от 6 метров до 7 метров 80 сантиметров. Шестироторные ворошители кроны являются специалистами в уборке травяного сенажа и сена. Оптимальное копирование рельефа поля, удобство в обслуживании и превосходное качество работы делают шестироторные ворошители самыми продаваемыми машинами. С помощью этой техники при заготовке зеленого корма любая работа спорится. Роторные ворошители кроны с шестью роторами идеально подходят для обработки за один проход сразу трех волков, образованных косилкой. При этом колеса вашего трактора не наезжают на уложенную косилкой кормовую массу. Благодаря шарнирной раме и множеству различных вариантов настройки, даже при работе на неровной местности заготовка качественного корма гарантирована. Шестироторные ворошители кроны впечатляют своей прочной рамой, надежными приводами и роторами. Как машины для заготовки сенажа, они также зарекомендовали себя наилучшим образом. 8- и 10-роторные ворошители кроны для трехточечной навески с шириной захвата от 7 метров 90 сантиметров до 11 метров. Оптимальная машина для многих предприятий. Гидравлические цилиндры обеспечивают легкий перевод машины в транспортное или рабочее положение. Для уменьшения транспортной высоты внешние роторы переводятся вовнутрь. С транспортной шириной всего лишь 3 метра вы можете передвигаться по дорогам надежно и с компактными размерами. Если речь идет о заготовке сенажа и сена, 8- и 10-роторные ворошители удовлетворят все пожелания. 8 или 10 небольших роторов с 5 или 6 граблинами на каждом обеспечивают наилучший результат работы по вспушиванию и ворошению. Граблины имеют большое перекрытие, что позволяет основательно и в полном объеме обрабатывать кормовую массу. Гидравлическое устройство граничного разбрасывания позволяет разбрасывать массу как в левую, так и в правую сторону. Принудительное управление облегчает не только работу на приграничных участках, но также ворошение при работе на склонах. Даже при большой ширине захвата роторные ворошители кроны оставляют после себя равномерный слой убираемой массы. Таким образом, КВ-7-92-8, КВ-8-82-8, КВ-10-02-10 и КВ-11-22-10 полностью отвечают требованиям каждого специалиста по заготовке кормов.